не дают им, вообще закрыв на все глаза, бороться сегодня за мяч. А положения вне игры, оказывается, нет. И два шанса, и второй из них реализует. Комбинацию, что здесь происходило. Вот передача, здесь нет в момент паса положения вне игры. Ошибается защитник кипрской сборной. Лаифис и мяч в сетке ворот. Наказание немедленное. Посмотрите, Лаифис вот сейчас входит в ворота. Всем открыта была дорога, потому что надо было еще переиграть защитника. В прошлом матче, 3 сентября, дома против бельгийцев, греки. Ох, а вот и два. Я хотел сказать, что греки тоже забили, но один мяч забитый не принес им победы. Александр Цуилис.